Терминаторы на страже безопасности. Первая в России рота из 9 боевых машин создана в составе одного из полков Уральской танковой дивизии Челябинской области. Терминатор – многоцелевая боевая гусеничная машина огневой поддержки. Современная техника сочетает в своем функционале возможности танка и БМП. Имеет мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. Стартующий сегодня новый учебный год. Вступаем на новой технике. В 2022 году предстоят участие более чем 30 учениях данных подразделений различного уровня. За прошедший год военнослужащие дивизии успешно освоили новое вооружение, военную технику. Терминаторы уже успешно прошли опытную эксплуатацию. Техника может поражать легкобронированные цели, танки и боевые машины пехоты, бороться с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противников.